И вот тут. Праздновать ли 9 мая? Надо смотреть Священное Писание. Относительно празднования никаких мирских празднований быть не должно. Никаких выборов для верующего не существует. Все это обман. Ты мирской человек, а зачем ко мне, к верующему, во свете Библии? Во свете Библии я в первую очередь вижу, что ты безбожник. А тебе разговаривать не о чем. Зачем это мне? Чего праздновать? Какая победа? Над кем? У нас дьявол только один. На врагов любите врагов ваших. Возлюбили? Армия, которая там, шестая армия Паулюса, здесь была. Кто вышел-то? С какой процент? Дальше ты посмотри, прочитай маленько, ты увидишь, как обращались с пленными. Свои, которые в плену были, вернулись 10 лет каждому. Считай, кавказский пленник Льва Николаевича Толстого. Когда он из плена бежал, как они его обнимают, кашей кормят, колодки сбивают с него. Ну, всегда так, всегда были так. И в этой войну было, и... А это нет. Даже от него не зависело, в плену были. В плену вернулся, все, там специально СМЕРШ допрашивает и сразу в лагерь. Там 10 лет отбыл, теперь пошел в свои лагеря. Безумно все, безумно. Жестоко, сатанинская власть. Бог попустил ее, это антивласть была. Я буду праздновать ее. Почему Гитлер-то и на Украине везде встретили Прибалтику как освободителя? Да потому что никакой Гитлер-то не делал, что делали свои.